Международный день защиты детей. На базе Люберецкой стоматологической поликлиники открылось детское отделение. Услугами медучреждения смогут пользоваться маленькие пациенты со всего городского округа. Наша съемочная группа увидела, какие для них созданы условия. Все виды услуг в одном месте. Благодаря открытию нового отделения на базе Люберецкой стоматологической поликлиники это стало возможным. Теперь здесь оказывают помощь не только взрослым, но и детям. Причем к услугам маленьких пациентов весь перечень, входящий в систему ОМС. Есть определенные проблемы в детской стоматологии в городе. Если говорить про хирургическую стоматологическую помощь, то она оказывается только на северной стороне города. Ортодонтическая помощь только на улице Мира. То теперь весь спектр детской стоматологической помощи оказывается, соответственно, в нашей поликлинике. Будет принимать детский хирург-стоматолог, детский стоматолог-терапевт и стоматолог-ортодонт. Из-за эпидемии коронавируса в поликлинике пока оказывают только экстренную помощь. И она понадобилась в первый же день. Сразу после открытия в детском отделении появились первые пациенты. Очень красиво, уютно. Как бы светло, просторно. Очень нам понравилось. Хороший доктор. Приятная девушка очень. Мне кажется, расположила к себе сына, да, Вань? Угу. Тебе да. Не страшно было? Нет. Все нормально уже, все хорошо, зуб не болит. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания пациентов и родителей. Кабинеты оснащены по последнему слову техники. Символично, что открытие детского стоматологического отделения состоялось в Международный день защиты детей. Я желаю всем детям городского округа, чтобы не болели. А если зубы заболели, то они знали, куда обратиться. Отделение рассчитано на 30 посещений в день по хирургическому профилю и 50 по терапевтическому. Стоматолог-ортодонт приступит к работе с 15 июня, когда в поликлинике начнут принимать плановых пациентов. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, единый колл-центр или Инфомат. Луиза Егязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.